можливої роботи по проводці іскусного спутника Землі в інтересах Центру контролю космічного пространства. Дежурному інженеру обеспечить контроль за устойчивим функціонуванням средства. Помощнику командира дежурных сил контроль за состоянием канала передачи данных. Инженеру боевой программы контроль за работой функционального программного обеспечения. Выполняйте. 11. Время 13 часов 36 минут 10 секунд. Целеуказания Центра контроля космического пространства получены. Ведем поиск цели.